Ребята, всем добрый день. Хотелось вам сказать огромные слова благодарности за вот такие потрясающие работы. Передайте, пожалуйста, своим родителям, братьям, сестрам, кто вам помогал всю эту красоту делать. Здорово, что вы сегодня знаете, кто такой Михаил Васильевич Нагибин. Теперь все выучишь. У нас есть такой проспект, что есть такой легендарный завод, который выпускает самые большие грузоподъемные вертолеты в мире, Ми-26. Завод мог закрыться, но его